А тем временем грандиозный проект «Весна на НВК» 1 апреля в прошлую субботу подвел итоги розыгрыша. Напомню, что в этот день на радио и телеканале НВК «Саха» прошли различные конкурсы в прямом эфире. Так, в минувшую субботу завершен экологический конкурс, объявленный совместно с Фондом будущих поколений и Министерством охраны природы с призовым фондом в 1 миллион рублей. В результате 4 наследия республики получат по 300 и 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов по улучшению экологии родного села. Этими счастливчиками стали представители Намского, Сунтарского и Хангаласского улусов. Также названы победители конкурсов видеороликов о добрых делах, опубликованных в социальной сети Instagram. Лидером стал 11 класс школы и села Нарагана Мегина Хангаласского улуса. И этот класс отправится праздновать свой выпускной вечер на теплоходе «Михаил Светлов». В фотоконкурсе о животных милашки выиграла девушка с аккаунтом Елена Байер. А среди юмористов отличилась Светлана Максимова. Именно ее видеоролик, где мама разыгрывает дочку, оказался самым смешным и оригинальным. А главной интригой большого прямого эфира стало определение, кто же получит сруб дома 6х6 из оцилиндрованной лиственницы, которую предоставила компания «Артык» из села Хатастыр Алданского района. И дом получила Лыхина Тамара, дворник детского сада «Зоренька» города Якутска. Кроме того, 1 апреля разыграли сруб бани от «Саха Грандстроя». И теперь в новой бане будет париться Юлия Пименова, оператор автозаправки, живущая в поселке Владимировка, недалеко от Якутска. Мы от всей души поздравляем всех победителей. Всем телезрителям огромное спасибо за то, что поддержали наш проект и приняли участие в конкурсах. А со счастливчиками вы сможете познакомиться сегодня в 12:30 в дневном эфире «Проспект Весна».